14 фотографий, 7 непростых историй, одна иллюзия. Иллюзия того, что инвалидное кресло или костыли делают человека неполноценным. Но почему? Они также любят друг друга, также воспитывают детей, живут полной жизнью. В одном из кафе областного центра открылась оригинальная фотовыставка. Ее герои – люди с ограниченными возможностями здоровья. С одной стороны, на изображении человек скрывает свой недуг. На обороте он же, но уже в инвалидном кресле или с тростью. С одной стороны, мы живем полной жизнью, ну, более-менее полной жизнью, да? Мы влюбляемся, играем, учимся. А с другой стороны, что у нас есть проблемы какие-то показаны, да? То есть фотография двух сторон поэтому получается. Фотовыставка не только повод собраться вместе, но и напомнить всем, что инвалидность не приговор. Герои фотографии рассказали гостям о своей судьбе и о том, как живется в мире, в котором так тяжело искать понимание и простого человеческого тепла. Конкретно моя цель этого проекта – рассказать людям то, что не нужно бросать детей в роддоме. Родами, потому что моя история такая, что моей маме сказали, этот ребенок с очень тяжелым заболеванием, оставьте его. Конечно, будучи молодой девушкой, 22 года, ну, это подвергло какому-то сомнению маму. Но ни секунду она, не задумавшись, просто сказала, нет, ничего мне не говорите, я поставлю ребенка на ноги и воспитаю из нее достойного человека. На импровизированную выставку выходили люди с ограниченными возможностями здоровья, пели песни, читали стихи. Все эти сильные, талантливые и умные люди своим примером доказывают, что физические недостатки меркнут перед красотой души. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.